Привет, друзья, подписчики и зрители канала, меня зовут Висконти. Мы снова играем в Scrap Mechanic, и сегодня мы рассмотрим прикольную построечку, которую нам прислал Андрей Смольков. Он нам прислал вот такой вот шикарный автомобиль Honda, внедорожник Honda. Так, давайте посмотрим. Значок Honda, понятно, что это Honda. Так, есть 4 двери, есть багажник. К сожалению, багажник вот снаружи не открывается, это, конечно, прискорбно. Так, давайте посмотрим, что же есть внутри у автомобиля. Автомобиль достаточно крупный, мне бы пригодилась подушка под задницу, чтобы смотреть в окошко, хотя бы чтобы видеть дорогу. Так, первая кнопочка у нас закрывает двери, вторая кнопочка открывает пассажирскую дверь, третья включает дополнительную тягу в виде трастеров, четвертая кнопка двери задние, пятая кнопка багажник, вот так вот прикольно открывается багажник. Шестая кнопка открывает люк на крыше, и седьмая открывает доступ к двигателю. Давайте закроем и посмотрим, какие же построечки Андрей нам приготовил на этой карте еще. Так, я разворачиваюсь и еду по дороге. Сейчас мы приедем на виллу и посмотрим, что же там у нас есть такое. Потому что Андрей сказал, что нас ждет сюрприз. Так-с. Автомобиль на рессорах выглядит, это, конечно, прикольно. Жалко, что не сделано, что рессоры можно регулировать по жесткости. Было бы еще лучше. Так, поворачиваем. Надеюсь, что мощности у этого внедорожника хватит, чтобы заехать в эту горку. Поворачиваем. У нас есть дополнительная тяга в виде трастера. Давайте включим. Так, я уже вижу виллу, и там стоят еще две шикарных спортивных машины. Давайте припаркуемся где-нибудь вот здесь вот. Так, сейчас нам нужно отсюда вылезти. Как же это сделать? Где-то там у меня стоит блок сидения. Так, все. Так, смотрим, что же у нас здесь стоят. Здесь у нас два спортивных автомобиля. Это у нас, скорее всего, какой-то Mercedes кабриолет. Прикольно, кстати, выглядит. Сзади тоже прикольно выглядит. Жалко, фары у него не включаются. Можно было сделать, чтобы еще и фары задние включались. Ну и передние тоже. И это у нас автомобиль похож на Zenturna из GTA-шечки. Так, а на какой автомобиль похож этот? Я вот, честно, не знаю. Это, по-моему, какой-то Jaguar. А может быть, Merlin, я не знаю. Пишите свои комментарии, что вы думаете, что это за автомобили вообще такие. Наверное, протестируем сначала кабриолетик. Вот так вот это все выглядит. Давайте сделаем вид от первого лица. Посмотрим, как это выглядит от первого лица. Вот так вот. Окей. Что же, тут всего лишь две кнопки, и это управление дверями. Так, ну и мы можем, в принципе, протестировать этот шикарный спортивный автомобиль. Ох, как его дрифтит. Тут видно, что установлен бак на поворот. Так, окей. Так, вот. Вылезти из автомобиля очень легко. То есть у него нет крыши, и нам легко выбраться. Здесь Zenturna или какая-то другая автомобиль. Что, давайте посмотрим. Садимся. Двери автоматически закрываются. Так, здесь уже три кнопочки. Первая, вторая двери. Третья включает дополнительную тягу в виде трастеров. Ну и без трастеров она достаточно шустрая. Так. Ух ты, я помял машину за несколько лямов. Так, ладно, давайте паркуемся. И мне сейчас отсюда нужно как-то выбраться. Так, ну, достаточно легко выбрался. Ладно, давайте смотреть, что же здесь есть в доме. Есть гараж для автомобилей. Вот такой вот гараж со светящимся полом. Так, закрываем. И с задней стороны дома есть еще небольшая построечка. Так. Есть бассейн, то есть мы можем вот так вот искупаться в водичке.
Такс. И есть лежак, на котором можно полежать и позагорать. Так, есть небольшой огородик, где выращиваются помидорчики и огурчики. Также вот подсветка, я так понял, что это у нас подсветочка. Да, подсветка рассады. Есть вот такая вот небольшая кухня, либо что тут. Ну, не знаю, скорее всего, какая-то летняя кухня, чтобы готовить. Вот есть такой вот два диванчика с кальянчиком. На этот диванчик сесть нельзя, а вот на этот я переделал, и сейчас можно садиться и, допустим, наслаждаться видом, сидя на балкончике, любуясь красотами скоротмеханик. Так, что это такое? Это, скорее всего, какой-то телескоп, то есть мы можем подсматривать за соседями, когда такие появятся в этой игре, если будет, допустим, полностью мультиплеерная игра. Так, что здесь у нас? Здесь у нас огромный магнитофон и есть бильярд. Так, да, это, скорее всего, бильярд. Что-то еще есть наверху. Давайте посмотрим, что же у нас там. Лесенка. Так, что это такое? Это у нас типа кухни, то есть тут у нас стоят какие-то кружечки с морсом. Скорее всего, это морс, судя по цвету. Также есть сиденье, на которое можно сесть, отдохнуть с друзьями. Так, и, кстати, мы видим все, что происходит внизу. То есть, кто сидит за кальянной, кто купается в бассейне, мы все это с вами видим. Ну что же, давайте перейдем уже в сам дом и посмотрим, что же есть в доме. Кстати, я заметил, вот тут какая-то кнопочка. Так, сразу делаю вид от первого лица. Что это у нас за кнопка? А, это у нас управление всем домом, ребята. Вот так вот все это замаскировано. Но помимо этой замаскированной дверки у нас есть еще одна дверка. Я ее случайно обнаружил. Вот эта вот кнопочка открывает у нас доступ. Я сначала не понял, что это такое. А это, ребята, сейф. И вот это у нас кодовый замок. То есть нужно набрать нужную комбинацию. Конечно, это упрощенная система. То, что мы с вами видели раньше. Но как же его взломать? Как же его открыть? Потому что вот просто так нам его не открыть. Что же нам нужно сделать для того, чтобы узнать пароль? Нам нужно взять инструмент. Поскольку это упрощенная система, мы видим с вами полосочки, вот эти вот нити натянутые и кнопочки, к которым они привязаны. То есть, если разобраться, то нам нужно нажать вот эту. Так, нет, не открываем. Во, открылся, и здесь у нас с вами слитки золота, вот что вот. А это, скорее всего, деньги. То есть зеленый цвет, это доллары. Что же, мы можем, конечно, отсюда выйти. Давайте закроем. Ну, скажем так, упрощенная система кодового замка. Мы видели и посложнее. Так, ладно, давайте уже пойдем в сам дом и посмотрим, что же есть в доме интересного. Можно зайти через гараж. Вот через ту лесенку, но мы через него не пойдем. Я вообще думаю, что гараж полностью совместим с домом. Ну, как-то это не так. Потому что, ну, все выхлопные газы, запахи от машины идут прямиком в дом. Если бы там стояли двери, еще куда не шло. Ладно, давайте заходим. Двери открываются вот таким способом. Здесь у нас есть диванчик, на который, к сожалению, мы опять же не можем сесть. Что у нас здесь? Здесь у нас какая-то ванная комната. Достаточно прикольно выглядит. Такое вот зеркало, блин, какое-то сказочное зеркало. Может быть, это все-таки не зеркало, может, это все-таки телевизор, потому что вот эта вот кнопочка и вот эти вот динамики меня как-то смущают. Это, скорее всего, все-таки, ну, сидеть на горшке и смотреть телевизор мы можем. Так. Так. Интересно, почему я не могу сделать от первого лица? Закрываем двери. Какая-то странная комната. Эти мы двери тоже закроем. И что у нас еще здесь? Здесь вот у нас точно санузел. Смотрите, здесь у нас наполнена ванная водой. Есть зеркало, вот такое вот светящее. Ну, это больше похоже на зеркало. Есть крючки для одежды. Есть вот такие вот светильнички. Все, в принципе, прикольно выглядит. Мы можем закрыться и вот... Дверь тоже, кстати, прикольно вот выглядит с этим материалом. Такая светящаяся дверь. Ну,
В принципе, здесь все. Закрываем. В целом, в комнате достаточно пусто. То есть, тут не помешал бы какой-нибудь магнитофон. Не помешал бы какой-нибудь, давайте, цветочек поставим. То есть, мелочи, они, наоборот, улучшают внешний вид дома. То есть, если вы строите постройку для конкурса, не нужно делать огромную постройку там во всю карту. Сделайте лучше доработанную небольшую постройку. Так, что еще мы можем сюда повесить? Картину. Давайте найдем какую-нибудь красивую картину, яркую, цветную. И повесим вот сюда. Вниз головой. Вот так вот. Ну и чтобы вписываться в цветовую гамму, я, наверное, сделаю ее другого цвета. Так. Если мы сделаем ее вот так вот. В принципе, она под диванчик очень даже хорошо подходит. Ну и, конечно же, когда цветок сделаем вот так вот, уже совсем другое дело. Ладно, на первом этаже у нас все. Есть еще одна комнатка. Это у нас... Так, это у нас комнатка с компьютером. То есть мы можем сесть за сиденье. И есть 4 кнопочки. То есть, смотрите, у нас сиденье пододвигается. Это, конечно, прикольно, но, блин... Оно как-то регулируется не очень хорошо. Есть плоский телевизор, который вот отличается. Вернее, наоборот, сливается со стеной. Я его даже не сразу заметил. Это что за кнопки? Включение системного блока. И зеленая клавиатура. А вот экран я вообще не вижу. Может быть, его попробовать перекрасить. Вот так вот, мне кажется, выглядит лучше, и я бы еще сделал вот тут вот так вот. Так, ладно, давайте, хватит переделывать построечку и пойдем уже смотреть, что же у нас есть на втором этаже. Так, на втором этаже у нас есть необычное вот такое. Я сначала не понял, что это такое. Это у нас, ребята, барабаны, то есть это музыкальный инструмент, то есть мы можем поиграть. К сожалению, никаких звуков они не издают. Здесь у нас тренажерный зал. Опять же, мы не можем не лечь сюда. Так, давайте мы попробуем все-таки что-то опять исправить. Давайте смотрим, что мы можем сделать. Вот это вот хорошо подойдет сюда. Так, не так. Вот так вот, вот. Сейчас я попробую отдалить, но вот не отдаляется почему-то странно. То есть я мог бы тягать эту гантелю, но странно. Так, что у нас здесь? Здесь у нас кухонный стол, есть каминчик. Каминчик есть, диванчик. Вот тут мы уже можем с вами садиться и смотреть телевизор. Вот так вот это все выглядит. Так, а это что у нас? Телефон, что ли? Давайте сядем, попробуем включить телевизор. А по телевизору у нас идет Дом 2. Найди свою любовь. Ладно, давайте пойдем, наверное, на кухню. Посмотрим, что же здесь есть на кухне. Вот два ножа лежат. Плита. Холодильник. То есть у нас здесь замороженная свежая курочка. Наверху у нас напитки. То есть это у нас какие-то соки и квасы. Окей, закрываем. Что тут есть? По-моему, больше здесь ничего нету. Кстати, да, телевизор может поворачиваться как в сторону дивана, так и в сторону кухни, если, допустим, мы готовим что-то на кухне и не хотим пропустить любимую серию Дом 2. Окей, это, конечно, была шутка. Терпеть не могу Дом 2. Так, заходим сюда. Здесь у нас с вами гардеробная и спальня. Вот такая вот спальня. Красивая. Мы можем лечь на кроватку. На эту или на эту. И есть одна кнопочка, которая включает один механизм. Давайте посмотрим. И здесь у нас, ребята, светящаяся надпись Висконти. Давайте. О, вот так она загорелась. Достаточно прикольно выглядит. Интерьерчик хороший. Что ж, давайте посмотрим, может быть, в этой комнате есть что-нибудь еще, либо в этом доме. Потому что выхода на крышу я так и не нашел. Так. А похоже, выхода на крышу, ребята, у нас нету.
Давайте посмотрим снаружи. Так, это у нас гараж, из гаража нам не выйти. Это у нас ванна, и это у нас вот выход. В принципе, похоже, что все, но постройка достаточно хорошая, классные автомобили, особенно вот этот вот белый кабриолетик мне очень понравился. Пишите свои комментарии, ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Висконти, всем пока!